Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие участники клуба «Активное долголетие». С сегодняшнего дня мы рады вам представить новый проект Музея Одинцовского городского округа. Очень благодарим за сотрудничество Одинцовское телевидение и очень надеемся, что данный проект придется вам по душе. Великие люди, дворянские усадьбы, белокаменные храмы и монастыри. Цикл передач Музея Одинцовского городского округа расскажет об основных достопримечательностях наших мест. Здесь, в усадьбе бабушки, жил и впитывал русскую культуру и язык маленький Пушкин. Князья Голицыны, Борис Годунов, Кутузов и Наполеон. Эта земля притягивала и никого не оставляла равнодушной. Судьбоносные для России решения, роковые встречи, дворцовые интриги. Сдать Москву принял решение Кутузов, находясь в усадьбе князей Голицыных в Больших Веземах. Наполеон, думая, что победил, восхищался здесь местными красотами несколькими днями позже. Напрасно ждал Наполеон последним счастьем упоенной Москвы, колено преклоненной с ключами древнего Кремля. Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головою. Ни праздник, ни священный дар. Она готовила пожар нетерпеливому герою. Отсели в дому погружен, смотрел на грозный пламень. Ведущие экскурсоводы лучших музеев Одинцовского округа расскажут в наших передачах о самом интересном. Пока музеи закрыты для посещения, можно изучать экспонаты и узнавать новое, не выходя из дома. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».